Всем рекомендую изучить такую траву, как пижма. Отличная трава, незаслуженно, мне кажется, ее как-то обходят стороной и не замечают. У нее есть такие свойства. Антибактериальное – отличное свойство. Второе – антипаразитарное, соответственно, свойство. Дальше – желчегонное – отличное. При заболеваниях печени применяют. Потом – обезболивающее средство при головных болях, при менструальных болях, при болях в кишечнике отлично помогает, если ее пить. Вот, и очень хорошее у нее явно выраженный эффект – это противовоспалительный. Абсолютно на весь организм влияет. Само собой, для иммунитета. Именно поэтому очень много в аптеке есть разновидностей пижмы в разных препаратах медицинских. Поэтому рекомендую изучить, и если вам подходит, то применять. Как обычно, народные средства – это ваш выбор. Всем хорошего вечера!